Всем привет! Сегодня будем делать чистку фильтра Yamaha UBR-125. Снимаем крышку. Видим фильтр. Начинаем потихоньку раскручивать. Сейчас я раскручу, потом уже начну снова снимать. Сняли крышку фильтра бокса. Видим, в каком состоянии у нас фильтр. Состояние хорошее. Грязи почти что нету. Сейчас компрессором все продуем, все протрем. Фильтр, поролончик смочим маслечком. Вот все почистили, фильтр, поролон пропитали чуть-чуть маслом. И все, теперь будем собирать обратной последовательности. Все собрали, теперь будем запускать. Вытянем подсосик. На мотоцикле пробега 14365. Сейчас будем пробовать. Да еще подсосик был. Не прогорелся. Сейчас подумаем, все, а тут надо будет еще прогревать. Всем спасибо за просмотр.